приговора в законную силу. Срок отбывания наказания исчислен в момент вступления приговора в законную силу. Заключено в срок отбывания наказания время содержания тепла под стражей 17 января 2024 года до вступления приговора в законную силу. Из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительном колонии общего режима. Гражданский иск Ковалевич Александрова, Санчаритесь, Булаян, Матон, Шалабаевы, оставлены без рассмотрения в связи с неимением истцам права на обращение соответствующего исковое заявление порядка гражданского судопроизводства. Разрешена судьба вещественным доказательством. Выслушав участников процесса, проверив законность, обоснованность, мотивированность приговора, руководствуясь статьями 389 со значками 13, 20, 26 и 28 ПК, судебная коллегия определила приговор Кировского районного суда города Саратова на 14 мая 2024 года в отношении Антепина изменить. Уточнить в результативной части приговора о назначении осужденному Антепину дополнительного наказания в виде лишения права занимать должность на государственной службе связан с осуществлением организационно-распределительных полномочий сроком на 2 года. В остальном приговор останется без изменения.